Дрочка. Нормально. Все, погнали. Это очень не слышно все равно. А, вон француз так и светит. Да, классно. Не такой еще красавчик оказался. Да. Есть два типа бульдогов. Как Бостон и не как Бостон, да. Как Бостон красавчики. Нам где-то влажные салфетки купить надо по пути. А, еще сегодня тоже такое типа. Ну ладно, мы там. Что тут вкусненького? Да. Брата, типа как вот там есть запись в базе или нет? Угу. Я такой думаю, в смысле, что значит? То есть есть три условия, есть она false, есть true, а есть ну, а еще одна проверка. И ее нет, в смысле. Но в итоге да, как я и думал, выяснилось, что не равно просто. Есть условие не равно, там true и true, все. То есть не равно true это и false, и нет отсутствия записи. Так, нет. Сейчас хочу перекресточек снять. Это не Лос-Анджелес. Высокие дома? Yeah. Ну да. Вон, кстати, этот дом, который мы сейчас показываем. Ну, вот этот дом. Сейчас пойдем. Вон такой же бургер-бар, как у нас на улице. Так у нас он какой-то сильно отчужден. Как птички вечерние поют уже. Да? Сели и там. Сейчас в Гонконге. Задымило все. Это не сели. В итоге мы пошли. А, и поехали, кстати, в Гиннес. Надо туда сходить в Гиннес. Туда надо в пятницу или в субботу, когда. А, ну в пятницу отменяют, в пятницу. Когда живая музыка.
он открывается еще. Класс. Охраняемый стул. Это ж чел этот. С ресепшн. А, да. Даже с нашими этими, так сказать, социопатскими затеями. Мы все равно людей знаем уже. О, да, я с любимой аптеку сниму. Классно, да? Дизайн. И еще вот эта правая штука. Вроде стекло. Угу. Туда за круассанами сходить, раз уж это кофелап. Не почувствовал? Так вкусно пахнет. А чем это? Ну, костром. Вечер. Там.
что? Зеркало будем смотреть? Надо было меня снимать, потому что красное освещение было. Меня видно. Hello. Какой уродский мобиль. Просто пиздец. Не спешите, мне жарко. По-моему, здесь это за углом мы покупали как-то в рынок на рынок. Или нет? Я видал, я перегадал. О, он классный. Какая штука? Это ли готов? Готов? Будет сходить туда. Классно, не будет вообще. Да, классно. Подожди, не готово. Он сейчас будет... А, ну, на пяти надо видишь. О, люди, он спортом занимается. Запорталли. Забурталово. Магазин с деревом внутри. Сейчас да. Пойдем-ка мы воды купим. Ну что, пошли пиццу есть. Ну, забыл, зачем мы пришли, просто пока мы доехали. Есть пиццу и смотреть кино. Вот здесь пицца есть. Ну то я вспомнил, это все конкретно. Вообще ничего нет? Ну, что-то есть, но... Что ты купил? Сейчас, дай. Я иногда с этим упаковок, я не могу. О, они интересные. Сейчас буду ходить так. Так и меня снимаю.
Отсюда видно какой-то?